Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, дай-ка я, наверное, прокачаю все, что ли? Пряничный домик не успел прокачать. Так, что у нас тут за арену дается? 21 карточка на Джаггернаута. Оу. Джаггернаут, это хорошо. Так, награда высшего уровня. Нам выпадает ползун, да? Ползун у меня тоже не прокачанный по фулке, как ты знаешь. Поэтому будем его прокачивать. Так, 53 уровень здесь. Ну, я думаю, здесь все довольно легко и просто будет. Можно даже одного фехтовальщика вызвать. Мне кажется, он справится. Проверим. Хм, Джаггернаут вышел. Ну, конечно, справится. И с таким дамагом. Опять же, ребята, уровень. У нас сотый, а тут 53-й. Разница ты ощущаешь, да? Какая? Офигенная, понятно? Уничтожит их всех. Так, тренировка. Ну-ка, что у нас там? Завершить. И опять придется их отправлять. Кто-то мне сказал, что... А кто у меня прокачан полностью, ребят? Никто у меня полностью не прокачан, так что вы ошибаетесь. Видишь, 4 звезды у всех. Так что, ребят, вы не правы здесь. Так, что у нас тут на ежедневке? Покажите мне, пожалуйста, кто на ежедневке сегодня будет. Пряничный домик. Насколько я помню, пряничный домик у нас не прокачан. Это у нежити, по-моему, да? Опа, опачки. Скорее всего, ребята, скорее всего, мы его сейчас прапаем. Ну что, на ежедневочку, погнали. Ох, ничего себе тут. Ох, ничего себе тут. Значит, ведьма, собственно, персоны там будет. Ладно. Так, это наша элиточка, да, так скажем, появилась. Я, наверное, тоже возьму. А я, наверное, возьму друидку вместо ведьмы. Я возьму друидку, возьму баллисту и, наверное, я ниндзю. Нам всего лишь 3 поединка, ребят, нужно отыграть. Если мы их все отыграем, все будет у нас четенько. Пряничный домик. Если не ошибаюсь, он сам себе отхиливает. Ну что, потихонечку начнем, наверное. Вызываю мага-рыцаря. Следом Джаггернаута. И ниндзю. Да и, наверное, все. Тут, ребят, победа будет за нами. Вообще на изи. Вообще на изи. Даже не поморщился, прикинь. Ха. Нормально. Так, давай, давай, не жмись. Вот, друзья, 23 карточки мы уже с тобой получили. Но этого недостаточно. Блин, ты, конечно, нужен в отряде. Делаем так. Дальше. По старой схеме. Раз, два, три, четыре. Я даже баллисту не успел призвать, если ты не заметил. Тут чисто рулит у нас кто? Маг-рыцарь и Ронин. Все. А, ну ниндзя еще против чумнухи этой. Потому что, ну, без ниндзя, в принципе. Может, конечно, у нас маг-рыцарь бомбить чумнуху, но... Лучше он пускай занимается другими делами, да? Так, вызываем сразу же под прикрытие, выпускаем Ронина. О, молодец, красавчик. На тебе, все равно, ребята. Несмотря на то, что он бежит с офигенной скоростью, да? Он не успевает забомбить. Твою налево. Он не успевает забомбить. Смотри, 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 что делает. Смотри, видишь, хиляется. Пряничный домик решил отхиляться, но не успел. Короче, несмотря на то, что Ронин бежит как сумасшедший, да, и должен, в принципе, вырубить зомби,
Этот фокус не срабатывает, он все равно выкидывает его над гробием. Вот так вот. Надо это учесть. Так, еще 13 карточек мы получили на пряничный домик. И последний. Да что ты все время... Я забываю. Так, давай возьмем этот. Дальше Ронин. Так, и... Смотрите. Ну, это я уже просто выпендриваюсь, потому что босса мы в любом случае здесь вызывать не будем. Поэтому я уже там не стал париться, кто попался мне под руку, того и выставили. Окей. Так, я в ожидании. Я в ожидании. Сразу же отправляем Рунина. Или как? Нет, Рунина, наверное, сразу, а потом уже ниндзю. И что он творит? Сейчас еще чумнуха тут вылезет. Что-то я не понял. Подожди. А куда у меня все делись-то? То есть, когда вот этот умирает, от него остается какой-то череп, что ли? Я не могу понять. Что-то я не заметил. Оу-оу-оу-оу-оу. Тихо. Эй. Е! Ничего себе, он ведьму успел вызвать. Зашибись. Хорошо, что мы запомнили. Ниндзя куда-то там бежит, все бежит. Так, ну по-моему должно хватить у нас сейчас именно на прокачку домика этого пряничного. Нет, не хватило. Сколько не хватило? А, нет, все нормально, друзья мои. Все отлично. Ну что, четвертую звездочку получает пряничный домик, 87 уровень. Ну а мы, в свою очередь, идем на поле боя. Поехали. Так, мы остановились на нефритовой долине. Так, ниндзя, храмовый пес и самурай. Можно даже вот этот отряд взять. Этот отряд должен разрулить всю эту ситуацию нестабильную, которая здесь у нас происходит. Опа, вышел самурай. Так, ну, воу-воу-воу-воу, пес. Он же еще ниндзю сейчас вызовет. Так, нам нужно срочно что сделать? Вот так. Ой, как ты меня раздражаешь. Именно, ребята, истерика вот эта вот. Ну-ка. Есть. Наказание и преступление. Ну? Замерзни. Ну, тут победа за нами. Понятное дело уже. Опять в истерику впала, а? Есть. Ну что, друзья, пробили, уничтожили, двигаемся дальше. Тут тоже ничего сложного, черепаха прибавляется, но это для нас вообще на изи. Для нас это вообще на изи. Черепахи. Вот самурай бы, вот ни за что бы не подумал, такой вот вредитель. Нет, ребят, когда он у нас делает вот эту вот истерику, это, конечно, круто. Но когда он делает у врага, меня это начинает напрягать. Причем ниндзя. Очень сильная, да? Очень много дамага наносит. Да надо же, не стал плакать. Готово. Но... Вообще круто. Заморози. Все. Так, черепаха, иди отсюда. Давай, родные мои хлопчики. Бомбим, бомбим, бомбим. И вот когда он в истерике, весь урон, который в него летит, он обнуляется. Он просто обнуляется.
Все, ребят. Победа. Так, предпоследний этапчик у нас здесь. Ну тут что, тут только лишь самурай этот мелкий, ниндзя, да? Бегунок. Мы его будем быстренько контрить. Давай. Вот опять самурай там выходит. Так, ниндзя. И он уже свою ниндзю позвал, а? Храмовый пес вышел. Так, давай, 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 давай. Да заморозься. Так, нам, наверное, нам еще надо ниндзю одну позвать на всякий случай. Опа, ураганчик. Давай, 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 к стеночке всех. Так, а у нас что там? Только лишь один голем стоит и все? Толкатель, выходи. Есть. И тут тоже мы справились. Ну что, последний этап. Здесь у нас бог ветра. Не хочу я с ним тут шутить, на самом деле, с этим богом ветра. Поэтому возьмем с тобой лучше этот отряд. Сейчас разберемся. Надеюсь, быстро. Мак-рыцарь, да? Потом Ронин. Ну, в общем, твою налево. Ну, куда ты вот бежишь? Чух! Вот и все, ребят. Что-то мне кажется, сейчас выйдет этот бог ветра. Почему-то мне предчувствие какое-то. Не, не успеет. Отлично. Ну и мы, получается, прошли Нефритовую долину. Забираем награды. Сакура, черепаха, монетки. И приходим на долину подданных. Потом опять... А, нет, все, ребят, долина подданных. И потом уже портал у нас будет. И будет у нас портал. Так, здесь, наверное, возьму... Блин, там грифон. Ладно. Давай тогда этим же и будем играть. Ну, паладин, да. Что я могу сделать, ребят? Паладин жесткий чувак. А если еще и в придачу с грифоном, это вообще какая-то лютая имба будет. Нам нужна ниндзя. Ну ты сам видишь, да, паладин, насколько он, ребят, жесткий. Ну-ка. Причем этот грифон, если его, ребят, подбить, он может моих ниндзя просто всех снести своим супер этим ударом. Смертельным хрипом. О, вот об этом я и говорил. Именно об этом я и говорил. Да снесите вы базу-то, господи. Правильно, толкатель. Своей вот этой вот дистанционной атакой все-таки пробил. Ну что, погнали дальше. Угу. Здесь у нас, значит, грифон, паладин. Грифон, паладин. Ну, жрицу я вообще, ребята, не беру в расчет. Конечно, бесява, если она будет стоять сзади паладина и хилять. Это просто вообще, ребята, бесячество. Но опять же, если мы с тобой, наверное, накопим довольно приличную армию, она не будет справляться с отхилом. Но если их будет две и один паладин, тогда да, тогда один паладин просто... Ой, ой-ой-ой-ой-ой. А как так получилось-то? Нифига себе. О, да ты еще и ниндзя, молодец, красавица. Карточку на грифона получили. Карточка на грифона здесь вообще, ребят, какая-то редкость прям. Прям какая-то редкость. А, как он меня бесит.
Да, паладин, конечно, там очень сильно держится. Очень крепкий малый. Ну, все, наверное. Да. Прошли. Двигаемся дальше. Так, третий этап. Тут у нас уже энергии нет, к сожалению. Значит, фехтовальщик, грифон. Я не знаю, всадник на журавле справится ли с грифоном? Такой вот вопрос у меня интересный. Ну, у нас есть, правда, паладин еще. Ага, идет. Это деловая колбаса, давай. Жжж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 
Отлично. Ну-ка, хорош там буянить. Блин, паладин сейчас ушатает. Да. Ай, молотильщик молодец. Вот, ребята, и грифоны подтянулись. Давай-давай-давай-давай-давай на ускорение. Есть. Прижучили мы их, как мушек. Так, ну что, погнали тогда дальше. Предпоследний у нас этап. Здесь маг, грифон. Маг, грифон. Ну и паладин, естественно. Ну, я буду надеяться на лучшее. Вообще, если вызвать сразу друидку, то тут будет вообще, ребята, очень быстрая победа. Давай попробуем. Просто попробуем призвать друидку сразу же. И посмотреть, во что это все выльется. Ой-ой-ой, да что ж ты... Не то сделали, друзья. Так, я слышу, что, по-моему, маг. Сейчас начнет вжаривать. Вот, друзья мои, и друидка пришла. Вышла, родная моя, да? Идите сюда все, в кучку становитесь. Ну? А я тебе говорил, если друидку призвать, тут будет очень быстрый поединок. Оно, в принципе, так и получилось. Так, последний этап. Ну, я не знаю, ну давай попробуем. Не будем мы ничего добавлять этим же отрядом. Епископ, да, не спорю, ребят, очень жесткий типок со своим этим усилением, плюс еще отхил. Он, в принципе, как друидка, только друидка еще и тотемы вызывает боевые. Не только боевые. Там и хилищие, и отталкивающие, и замедляющие. Что там только не делают эти тотемы. Там целый арсенал у нее в коллекции. Да, фехтовальщик, как ни крути, все-таки круче. Так, вот это мне не очень нравится. Вообще не нравится мне это все. Ага. Я надеюсь, ты отхиливаться-то будешь, друидушка? Она отхиливается, она все делает правильно. Она поставила хилищий тотем сзади себя. Ну и тут дальше. Смотри, смотри, сколько тотемов стоит. Ага, уже вышел, друзья мои, епископ. Естественно, начинает раздавать тут щиты всем бесплатные, халявные. Давай проверим, насколько он силен. Но тут мы явно имеем преимущество. Он не успеет захилять, ребят, не успеет. Все, он уже
дуплился. Ну и все, и вот замку крышка приснилась. Я все-таки друидка в разы лучше, чем этот епископ. Это что не говори. Так, ребят, забираем сундук и переходим с вами на следующий портал. Так, лучница, это все у нас прокачано по фулке. Оу, Сунь-Кун выпало. 14 карточек, ребята. Круто же. Крипта. Ну, трансформатор, по-моему, у нас прокачанный, да? Так, квест завершен, странник. Значит, территория захватчиков, фабрика роботов, нефритовая долина. Опять захватчики у нас. Роботы. Интересно. Две территории захватчиков у нас на этом телепорте. Такс. А сколько у нас Сунь-Куни? Давай-ка я кое-что гляну, ребят. Так, квест тут еще завершили. Одержите победу отрядом С. Просто мне хочется посмотреть, сколько там еще надо. Ух, ё-моё. 350, ребята, карточек нужно, чтобы его прокачать. А у нас всего лишь 92. Да. Прокачивать, прокачивать и прокачивать нам его. Ну, а что поделаешь? Ребят, ничего не поделаешь. Надо же прокачиваться как-то. Так что берем с тобой вот этот отряд. И вперед. Вперед из песней. Так, молотильщика, наверное, призвать. Или как? Или лучше паладина? Наверное, лучше паладина. Он еще отталкивает. Так, паладина плюс... да, молотильщика сразу же. Вот про что я и говорил. Иди сюда, стоит там сзади. Из-под тишка бомбит просто. Просто из-под тишка, понимаешь? Ничего себе не представляет, сосунок. А все туда же. Вот страж, да. Пускай у него и слабая атака, но он именно вот очень живучий. Прям вот живучий. Есть. Пробили. У нас вот из танков, из таких живучих, я считаю, это вот, наверное, страж и джиггернаут. Джиггернаут берет еще тем, что у него как бы две жизни. Первая основная и вторая, когда он впадает в состояние поломки. То есть он лежит, да, и он может еще отхиляться и встать. То есть вот такие вот две фазы. А этот страж сам по себе очень жирный, еще при этом толкает. Ну, урон у него, конечно, маленький, но все равно бесит. Так, что там у нас? Что-то я просмотрел, кто там у нас добавляется сейчас. Так, страж вышел. Ну, блин, опять ты лезешь, а? На тебе. Вот тритона только не хватало здесь. Еще сейчас начнет тут. Видишь, все. Когда нету, да, кого-то бафать, хилять, ребята. Он стоит там просто... Воды в рот набравший, ничего сделать не может. Есть. Так. Ну и добивку. Ну, чуть-чуть есть. Все, ребят. Здесь мы тоже победили. Опытный тактик. Еще бы неопытный. Настолько опытный, что уже, мама, не горюй. Сколько порталов мы прошли с вами? 130 с лишним. Уж надо думать-то. Опыт. Такс. Бородавочник, друзья мои. Бородавочник здесь. Поэтому нужно его как-то вот его надо контрить, ребята. Как контрить, я ума не приложу. Я могу, конечно, вызвать первым фехтовальщика, чтобы, ну, на худу конец, если он разбежится. А он разбегается, как ты видишь. Убьет его, естественно. А-тя-тя-тя-тя. Он, блин, как он дамажит жестко, а? Еще и этот. А этот еще и замораживает. Пройдоха-то несчастный. На тебе. Так, ну-ка.
Хорошо, мы сейчас так вот их... Очень хорошо сейчас было сделано. Так, 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 прожимаем, 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 прожимаем. Есть. Ну, там фехтовальщик вошел в раж, поэтому сейчас быстренько мы базенку-то ему раскурочим. Все, друзья мои, двигаемся дальше. У нас там предпоследний бой. Хищнец. Ай-яй-яй-яй-яй, хищнец. А как вот мне его? Я, кстати, по-моему, не тестил хищнеца против фехтовальщика. Поэтому есть такой шанс проверить, кто сильнее. Но мне кажется, что хищнец почему-то. Почему-то у меня такое ощущение, что хищнец тут. Проверим. Да ладно, серьезно, что ли? Фехтовальщик, ну ты меня сейчас порадовал. Вот сейчас ты меня порадовал, прям вот как никогда. Я не ожидал. Серьезно, друзья, говорю, я не ожидал, что он просто настолько быстрый дамагер. Классно. Только одни впечатлительные эмоции мне оставил. В плане, подожди, замок же держит кого-то. Странно как-то сейчас было немножко. У нас тюрьма была, но почему-то она никого не держала. Ладно. Так что фехтовальщик слаб против молотильщика, но силен против этого хищница. Так, а здесь они всех, да, взяли их? Нет, ну тут понятно, возьмем этот отряд. Тут еще тем более это служитель. Зачем он нам нужен? Чтобы мою армию переманивать? Нет уж, как-нибудь без этого обойдемся. Копим. Ой, тут я забыл про него, блин, фу. Так, и про тебя я тоже забыл. На. Ну, нормально. Ну, по-моему, тут все. Доигрался, как говорится, да? Доигрались в войнушку. Обожаю, когда вот так вот все проходится идеально, без сучка и задоринки. Ух ты, лорд пустоты, один скарчик нам дали. Так, друзья, фабрика роботов. Джаггернаут плюс репульсор. Ну, тут вот фиг ее знает. Этим отрядом как-то играть я не совсем уверен, а выбора-то нету. Не, выбор есть вот этот вот отряд отыграть. Хотя бы первые две миссии. Почему первые две миссии, ребят? Ну, потому что расстояние маленькое, и сам видел. Джаггернаут и репульсор. Это тебе не хухры-мухры. Так, поехали. Ронина. Ну, Ронин мог бы, блин, ну, выбежать-то хоть разочек-то. А что это с моей там, я не помню, что случилось-то? Это что, репульсор глушит, да? Понял. Вот так вот. Ну что, двигаемся дальше. Второй этап. Погнали. А второй этап чем отличается? Там, по-моему, ничего не добавили. Ладно, какая нам разница? Погнали. Ронин, давай, с разбега. О, молодец, красавчик. Все, не жилец. О, тихо, толкать. На тебе. Ай. Смотри, а. Бесевый какой, а, боксер. Ну тут тоже, судя по всему, крышка им. Причем так быстро. Так а что ты хотел? Топовый отряд. Это самый топовый отряд у меня. Так, третий этап. Здесь уже этот робот с ракетой, я как вспомню его. Бесявый, конечно, типок. Очень бесявый тип.
Ну что, мы можем сделать следующим образом. Вызывать, естественно, Джаггернаута, прикрывать его баллистой. Нет. Нам придется помогать. Ну давай ты там в же... Во-во-во-во-во-во-во-во. Начинается, ребят. На-ка, клеточку. Тюф-тюф. Нормально. Так, а вот теперь мы вызовем. Блин, как он меня раздражает, а я не могу прям. Сейчас крышка будет, да? Завалил мне все-таки, а? Чё-то, мне кажется, мы тут сейчас с тобой встрянем очень надолго. Опять этот прыщ вышел. Ха-ха, да пшикался. Молодец, Грифон. Не дал ему тут распшикаться особенно сильно, да? Ну, пришлось, ребята, вызвать жнеца. Что-то как-то напряжно тут стало. Там чуть-чуть воблер, что ли, мне кажется. На, да пшикался. Пшик-пшик он там делает. Ну вот, совсем другое дело, ребят. Совсем другое дело, блин, потому что они как-то, ну, не справляются. У них преимущество было. У них Джаггернаут круче, потому что по фулке прокачанные. А мой нет. Предпоследняя миссия. Тени-толкайка тут. Блин, тени-толкайка появляется. Что делать? Что делать? С этим отрядом? Блин, там и толкай этот толкатель. Но тут будет сложно. Друзья, тут будет сложно. А если мы, конечно, с тобой сразу жнеца не призовем, можно попробовать. Да ладно, он сразу... Да чё ты... Так, жнец. Давай, выходи. У нас с тобой как раз ультушка сейчас созреет. Вот так вот. О! На тебе. Так, идет этот тянучка, резинка. Грифа. На-ка, получи. Ну, здесь я думаю, что уже все, ребят. Тут победа. Тут победушка, да. И последний, по-моему, бой. Последний бой в этом. На этой территории. Так. Ядерный робот. Ну, что, я не знаю даже. Ну, давай этим быстренько с тобой жетаем. Отрядом. Мага рыцаря возьмем. Я хочу себе тоже Джаггернаута прокачанного. Фиг знает, ребята, он у меня уже давным-давно есть, но почему-то прокачать его не могу. Не выпадает на него карточки и все здесь. Да, ползун, конечно, урона наносит минималку. Иди ты. Стоит тут, нервирует. Все. Все. Победили. Ну что, забираем нашу награду. Здесь сундучок роботов. И переходим на Нефритовую долину. И это все? Да, ребята, тут не... Хотя, подожди. Фехтовальщик. Ну, если только фехтовальщиком как-то успевать.
Сможет ли он? Ну, смочь-то сможет. Только нам нужно с тобой... В противовес кого? Джаггернаута вызывать? Наверное, так. Джаггернаута и... И Грифона, наверное. Так, тихо. Оп. Пускай постоят, подумают над своим поведением. Понятно. Ну, раз Грифон здесь появился у нас, все, ничего сделать. Здесь они ничего уже не сделают. Фига там фехтовальщик у меня наяривает, будь здоров. На, на, на. Всех там валит. Вот и все, друзья. Победили. Победили. Блин, а энергии, по-моему, у нас больше и не осталось. Да, ну этот отряд, понятное дело, неиграбельный. Так что, ребята, будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.